я выехал, я думаю, минут через 20 буду уже. День 21 апреля продолжалась берлинская наступательная операция советской армии. Накануне к наступлению присоединился целый фронт, второй белорусский под командованием маршала Рокоссовского. Фронт действовал к северу от Берлина вплоть до Балтийского побережья. Здесь было много водных преград, боковые русла озера, заводи, поймы. Два Днепра и Припять между ними так определили то, куда надо было идти солдаты Рокоссовского. Только на второй день наступления 49-й армии фронта удалось зацепиться за западный берег Тест-Одера. Но армия тут же увязла в боях по удержанию этого плацдарма. Немногим успешнее шли дела в двух других армиях фронта 65-й и 70-й. Они также осваивались на захваченных ранее плацдармах. На центральном участке наступления в полосе 1-го белорусского фронта маршала Жукова вторая гвардейская танковая армия генерала Богданова, выполняя приказ командующего ворваться в Берлин, прорвалась по кружной автомагистрали и передовыми соединениями вступила в северные окраины германской столицы. Жуков в своих воспоминаниях потом писал об этом дне, цитирую: «Чтобы всемерно ускорить разгром обороны противника в самом Берлине, было решено бросить в бой за город две танковые армии, первую и вторую. Мощным огнем артиллерии, ударами авиации, танковой лавиной войска должны были быстро подавить вражескую оборону. Но следует отметить, что пространственного размаха, соответствующего маневренным возможностям танковых войск, тогда уже не было». Конец цитаты. Этим уточнением маршал косвенно признает, что ожидаемого успеха достичь в этот и несколько последующих дней войскам фронта не удалось. Между тем, войска 3-го по счету фронта, брошенного тогда на штурм Берлина, а именно 1-го украинского маршала Конева, действовали наиболее успешно. Перед ними стояла, в принципе, вспомогательная задача отвлекать силы противника от самого Берлина. Но ситуация сложилась так, что Иван Степанович Конев в своих мемуарах писал, словно бы оправдываясь за свои достижения. Цитирую: «21 апреля я обстоятельно доложил в Ставку, что мы ворвались в район Тоссена. Бои еще продолжаются, но ясно, что главный штаб немецко-фашистских сухопутных сил успел покинуть свою бывшую резиденцию. Трудность моего положения состояла в том, что действия развертывались в нескольких направлениях сразу. На севере шли бои за Котбус, в центре шло уверенное наступление на Берлин и Кельбе, но на левом фланге, в районе Дрездена, дела складывались все еще неблагоприятно. К тому же в тылу у нас был еще очаг сопротивления, группировка немцев, окруженная в Бреславу. Командующему 6-й армии генералу Глуздовскому, конечно же, не хотелось брать Бреславу позже, чем мы возьмем Берлин, хотя впоследствии так оно и вышло. Но понимая это, я все же сдерживал Глуздовского, а иногда прямо запрещал проведение активных наступательных действий, исходя из того, что Бреслау будет взят в любое время, как только мы разделаемся с Берлином». Конец цитаты. Из событий на